В этом году участили случаи болезни легионеров, формы пневмонии, которую эпидемиологи связывают с энергетическим кризисом, поскольку экономя на подогреве воды создаются подходящие условия для распространения бактерий легионеллы. Следует учитывать и то, что заболеть можно не только дома, но и на рабочем месте, если в офисе систему вентиляции воздуха недостаточно обслуживают.